Час назад началось предварительное слушание по делу Серика Ахметова и еще ряда высокопоставленных экс-чиновников. На скамье подсудимых 21 человек, их обвиняют в серии коррупционных преступлений. Среди них бывшие высшие должностные лица, сотрудники акиматов и частных компаний. Напомню, предварительное слушание началось вчера, но его отложили по просьбе одного из подсудимых из-за отсутствия адвоката. Сегодня обвиняемые вновь предстали перед судом.